Ну, ясно. Понятно, типа. Ясно. Допустим. Ну, как бы, не знаю, зачем это тут? И чтобы что? Видимо, раньше тут какое-то, ну, типа, водная штука была. I don't know. А сейчас она просто вот так вот. Да какая ракета? Мне вообще тут страшно на самом деле. Вдруг как кто-нибудь вылетит оттуда, ну нафиг. Я же не Suicide Girl, правильно? Змея. Maybe. Взбесится. Нет, когда я выйду из-под контроля, да. У Тагила есть два оружия, я и вот это вот. Хай. Таустарунг кари. Нет, копала. Да ну нафиг, вы чё? Не зря же оно огорожено. Тагил, привет, Дмитрий. Ой. Извините. Решила ускорить процесс спуска. Стемнело так быстро, да? Угу. Кубарем? Нет. Ножками топ-топ и все. Бегемотим бегом своим. Хотя я видела как-то. Если вдруг кто-то хочет посетить как бы вот это вот, то приходите. Это та башенка. Экология? Ой, экология. Ну, заводы, чего? Экология так себе. По горам ходить. Вы чего хотите сказать, что у меня толстая попка? Я думала, это ценится нынче, нет? Толстопопики. Не ценятся разве? Я думала, это как бы это в плюс только. Попки. За городом? Ну, типа, в лесу классно, если ты об этом. В лесу все хорошо, а в городе, типа, воздух прям такой промышленный. Куда мы дальше идем, чат? Пойдемте через этот парк аттракцион. Все англичане. Ну, блин, англичане это не про меня. Советский Союз. Да. В бар! Нет, ну что, опять кушать, что ли, чат? Ну... Какой бар? Хитовая линия. Это, кстати, вот она, малахитовая линия. Привет, Чефик, неправда. Это малахитовая линия. Подождите, тетя, мы будем записываться, но чуть попозже, мне некогда. Извините, пишут. Та-та-та-та-та-та.
Та-та-та-та-та-та. Темно, ну так почти 7. Все почти.